守ってあげたい悲しいことすべてからあなたこと храни меня, небесная стражница. Давным-давно жил-был старый фермер. Однажды, когда он, как обычно, занимался сбором бамбука, это же... Это очень красивая японская легенда. Красивая и добрая. И еще... Очень печальная история. Которая началась с судьбоносной встречи. Девушка с луны. О, что это? Маленькая девочка появилась из бамбука. Нет, не так! Слушай, разве не должен старик быть более энергичным при встрече с Кагуей? Энергичнее? А ты говоришь, это так безразлично! Слушайте, Такитори Моногатари — очень красивая и печальная история. Если вы не можете понять даже этого, нам лучше забыть про этот спектакль. Так, дальше. Мы повторим сцену, где появляется пятый поклонник. Похоже, наконец-то пришел мой черед. Я Чунагон из семьи Йосонаками. Пожалуйста, отправимся сегодня в мой замок. Ах, я не могу. Великолепно, какая атмосфера. Ах, Изупи, я не могу принять твои чувства. Потому что я... Моя любовь принадлежит Таосама. Эй, Руан, только не здесь! Эй! Что за чертовщина тут творится? Ты так долго просилась на роль принцессы Кагуя, а теперь такое вытворяешь! Руан, хватит! Яманабе-сан! Куда ты уходишь? Куда я ухожу? Я иду домой. Ты не можешь! В следующей сцене ты должна играть бабушку! Ты можешь пропустить уборку класса, но ты не имеешь права пропускать репетицию! Кэйчиро-сан действительно старается изо всех сил. Это потому, что Руан играет принцессу Кагую.
Ох, я так устала. Пойдем перекусим где-нибудь. Таски-сама? Я заберу принцессу Кагую с собой. Где принцесса? Кэйчиро-сан все еще репетирует. Кэйчиро-сан действительно старается изо всех сил. Думаю, это потому, что Руан играет принцессу Кагую. Вспоминая об этом, что бы это могло значить? Пожалуйста, я молю тебя. Пожалуйста, не возвращайся на Луну. Останься со мной. А что если... Если бы я играла принцессу Кагую? Таски-сама? Старался бы Таски-сама также ради меня. Принцесса Кагуя, я смогу тебя защитить. Пожалуйста, не возвращайся на Луну. Еще столько предстоит сделать. Мы ни за что не успеем. А я тебе говорю, сиди так, как сидела бы принцесса Кагуя. Я ненавижу сидеть на коленях. Я не спрашиваю, нравится тебе или нет. Если я так сяду, у меня онемеют ноги. Так и знал, что мне следовало отдать роль принцессы Кагуи, Сяо-сан. Ты сказал Сяо-тян? Отдать роль Сяо-тян? Роль принцессы Кагуи? Сяо-тян? Сяо-тян? Мне? Играть принцессу Кагую? Отдать роль принцессы Сяо? Если бы я играла принцессу Кагую, старался бы Таски-сама для меня. Ты ляпнул что-то, чего не следовало говорить. Что это? Руан-сенсей, вы просто выбросили эту роль. Все хотели, чтобы Сяо-тян играла Кагую. Что за люди? Ах ты! Таски-сама, секундочку. Чем это вы двое заняты? Если у вас есть время для драк, лучше тратьте его на репетицию. Такаши-кун. Хорошо. Это не твой фестиваль, не твой спектакль. Ты должен считаться и с чужим мнением. Руан-сенсей. Да. Раз уж вы получили роль принцессы, вы должны усвоить свою линию поведения и вести себя соответствующе. И вы все относитесь к этому спектаклю серьезнее. Кэйчиро прав. Таски-кун. Это общее мнение. Мы не можем сейчас передать роль Кагуи и Сяо. Таски-сама? Я не могу играть принцессу Кагую? Почему? Пожалуйста, не возвращайся на Луну!
Пожалуйста, останься со мной. Со мной. Сяо-сяма. Сяо-сяма выглядит очень грустной же. Прости, Ришу. Много чего произошло, и я, похоже, немного запуталась. Сяо-сяма. Но почему? Я думаю, старался бы ради меня Таски-сама, если бы я играла принцессу Кагую. И почему Кейчиро-сан так старается? Ради Руанса. Я не знаю же. Спасибо, Ришу. В конце концов, я Шуга Геттен. Мне не следует думать о таких вещах. Это было ужасно. И чего это Кейчиро так взбесился? Думаю, это потому, что Руан-сенсей играет принцессу Кагую. Но мое мнение, Сяо-тян куда больше подходит для этой роли. Сяо-тян играет лунного духа, верно? Роль принцессы ей подходит куда лучше, верно? Роль Кагуи ей слишком подходит. Она ей настолько подходит, что я думаю, Руан справится лучше. А? Почему это? Такитори Манагатари. Очень печальная история, верно? Неважно, насколько она для тебя важна. Неважно, как ты хочешь остаться с ней. В конце принцесса Кагуя возвращается на Луну. Таски-сама. Вот почему. Понятно. Такое печальное лицо. Я... Таски-сама одинок сердцем. Вот почему я стала защищать его. Но... Кейчиро-сан? Ты не против, если я попрактикуюсь с тобой? Сяо-тян! Кейчиро-сан, ты стараешься ради Руан-сан? Почему? Почему ради Руан? Ах, извини. Я слишком много прошу. Сяо! Сяо! Но это не совсем из-за Руан-сенсей. Скорее, это для моего самоутверждения. Для тебя самого? Император, которого я играю, переписывался с принцессой Кагуи 3 года. Это показывает, насколько глубоки были их чувства, верно? И в конце, когда Кагуя вынужден вернуться на Луну, император говорит: «Пожалуйста, не возвращайся на Луну!
Пожалуйста, останься со мной. Может быть? Может быть? Если я вложу в эти слова все свои чувства? Руан-сенсей скажет мне «да»? Не переживай, Кэйчиро-сан. Сяо. Руан-сан обязательно скажет тебе «да». Потому что принцесса Кагуя не хочет возвращаться на Луну. Вот почему она обязательно. Сяо. Это очень красивая японская легенда. Красивая, добрая и очень грустная. О, что это? Маленькая девочка появилась из бамбука. Привет, Шичири. А? О, нет. Привет, дед. Ты нашел что-то интересное? Что за дура? Ах, бабушка, взгляни. Маленькая девочка появилась из бамбука. О, правда? Она очень красива. Почему ты такой напряженный? Руан-сенсей. Старайся изо всех сил, император Сама. Ах, как жарко. Руан-сенсей, вы не можете выйти в таком виде. Вперед. Да, Сама. Ой, нет. Дедуля. Да что же это за люди такие? Таски-сама. Спасибо. А, есть минутка. Я сожалею. Я не подумал и... Прекрасные воспоминания обернулись большой бедой. Хорошо, прекрасная атмосфера. Почему один человек делает что-то для другого, даже если тот не является его господином? А. Да. Ты... Ты стараешься ради меня, потому что я твой хозяин? Это не так. Ты сам сказал, что не можешь позаботиться о себе. Так что я остаюсь с тобой, потому что... Если бы это была ты, я бы старался. Если это ради тебя, то неважно, насколько это тяжело, я сделаю ее. Один человек что-то делает для другого не потому, что он слуга. Просто. Таске! Чем это вы двое заняты? Твой выход! О, хорошо. Просто потому, что этот человек для него что-то значит. Но принцессе Кагуе тоже очень трудно. Эй, дед, откуда у тебя это полотенце? Почему ты прячешь его? Кэйчиро, ты готов? Где принцесса Кагуе?
Хорошо, великолепно. Я заберу принцессу Кагую с собой. Император Сама. Император Сама, если вы хотите увести меня силой, вы никогда не увидите меня. Хорошо. Я не уведу тебя силой. Я понимаю. Принцесса хочет остаться с дедушкой, верно? А что насчет бабушки? Я знаю, что я никогда не смогу стать для нее столь же значим, как Таски-кун, но... Но меня и так все устраивает. Возможно, я так и не смогу покорить сердце Руан-сенсей своими словами. Пусть даже на короткий миг. Принцесса Кагуя, почему ты плачешь? Потому что сегодня ночью я должна вернуться на Луну. Что? Как это возможно? Разве это возможно? Я как принцесса Кагуя. Когда-нибудь мне придется оставить Таски-сама. Ох, этот цвет! Прекрасно! Сяотян, твой выход! Наконец, тот, кто был послан, чтобы забрать меня, прибыл. Что это? Ух ты! Не может быть! Подожди! Я смогу защитить принцессу Кагую! Ах, мои силы! Я не позволю забрать ее на Луну! Принцесса Кагуя, я прибыла, чтобы забрать тебя. Пойдем. Не переживай, Кайчиро-сан. Руан-сан обязательно скажет «да», потому что принцесса Кагуя на самом деле не хочет возвращаться. Принцесса Кагуя! Пожалуйста. Пожалуйста, не возвращайтесь на Луну. Пожалуйста, останься со мной. Император Сам, несмотря на то, что я необычный человек, вы все еще храните свои чувства ко мне. Откуда этот текст? Но у меня есть место, куда я должна вернуться. Я не могу остаться с тобой, но... Ваши чувства... Я очень счастлива. Пожалуйста, подождите! Принцесса Кагуя, вы ведь не хотите возвращаться? Я права? Сяолин. Сяо. Я вестница Луны. Но я не заберу тебя с собой. Что? Принцесса Кагуя,
Пожалуйста, останься с императором. Пожалуйста, не бросай человека, который столько сделал для тебя. Пожалуйста, не оставляй горьких воспоминаний. Единственному важному для тебя человеку. Я умоляю тебя, принцесса Кагуя. Мой спектакль! Все в порядке. Вестница. У принцессы Кагуи есть мир, в который она должна вернуться, верно? Я смирюсь с этим. С теми словами, что она мне только что подарила. Их достаточно. Почему? Тогда отправляемся. Почему? Кэйчиро-сан действительно считает это правильным завершением? Действительно. Вот так. Так. Вот так. Эй, Сяолин. Да? Энда-кун показал себя сегодня намного старше тебя. Ты считала, что ты принцесса Кагуя. Что ты не хочешь возвращаться на Луну. Это слова из твоего сердца. Но ты должна... Должна? Ах, какая жара! Да, ты должна понять их. У тебя ведь есть свои чувства. Плачущая принцесса Кагуя не хотела расставаться с теми, кто для нее дорог. Но в конце она возвращается на Луну. Сяо! Таски-сама! Спасибо за отличную работу. В конце, она вернулась на Луну, потому что осознала чувства, которых я до сих пор не понимаю. Наконец-то пришло лето. Черт! Если сейчас выиграю я сяду рядом с Сяо Тян. Ладно, все равно тебе никогда не победить. Потому что мне сегодня везет. Что ты сказал? Такаши-кун пригласил нас на несколько дней в гостиницу своего дяди на берегу океана. Та сама. Попробуй. Нет, Руан-сенсей, я первая. Таски-кун, это нечестно. Руан-сенсей, а как же я? Не думай, что ты непобедим. Не придвигайся так близко. Сяо-тян. Сяо-тян. Мы начинаем. Хорошо. Пожалуйста, оставьте меня в покое, хотя бы пока я ем. Получилось. Сердцебиение океанского бриза. Уф, вот мы и прибыли. Океан очень красив, не так ли?
Сэмпай, подай мне руку, пожалуйста. Сумка. Да, конечно. Большое спасибо. Та сама, мне тоже. Сейчас. Руан так счастлива. Хватит висеть на мне. Ах, замечательный бриз. Таски-сама, что-то не так? Да нет. Тебе помочь с сумкой? Я справлюсь. А, понятно. Сяосан, позвольте мне. Да все в порядке. Нет. Ах, извини. Ах, осторожней. Хорошо. Хвала богам за хорошую погоду. Да. Сяотян, сюда. Просто оставь сумку здесь. Сяосан. Намура-кун, ты подлец. Шишири-сэмпай, пойдем. Эй, Таосама, подождите меня. Руан тоже хочет взять тебя за руку. Что ты делаешь, Руан? Руан-сенсей. Подождите меня. Лето. Этот сезон года полное очарование, которое никто не может объяснить. И я парень, который просто обожает лето. Наомура Такаши. Этим летом я использую все свое обаяние, чтобы... заполучить Сяо Тян. Сэмпай. Каори-тян. Сэмпай, она прямо тут, верно? Легендарный пляж. Тот самый, на котором появляется светящийся след, когда по нему проходят парочки. Светящийся путь. Я и Сяо Тян. Я и Шишири-сэмпай. На легендарном пляже. Хорошо, Каори-тян, начинаем операцию. Есть. Прекрати, Руан. Жарко. Это жар нашей любви. Прекрати! Таски-сама! Та-сама, пойдем поплаваем. Что такое, Рон? Мы уплывем на край земли. Прекрати, пожалуйста. Таски-сама. Почему он убрал руку? Эйчиро-сан? А, Сяо-тян. Может, поплаваем вместе? Ладно. Ты собираешься сдаться, Кэйчиро-кун? Изума-сан. Может, тебе лучше составить компанию Руан и Таске? Довольно весело, не так ли? Ты прав. Таски-кун! Руан-сенсей! Но разве Кэйчиро-кун не глупец? Сяо-тян, не хочешь прогуляться по пляжу? Прекрати это! Ладно. Сяо-тян. Изума-сан? Да. Можно мне взглянуть? Сяо-сан! Сяо-сан, подожди, пожалуйста.
Сяо. Похоже, Сяо Рин и Изуки неплохо проводят время. Та-сама, может, нам тоже следует? Эй, вы не можете, Руан-сенсей! Что? Не вмешивайся! Я тоже хочу! Все в порядке? Нет! Море просто прекрасно, верно, Сяотян? Синее небо, белые облака, идеальная обстановка для свидания, верно? Да. Сяо-сан? Да. Сяо-сан, все это время я... Сяо-сан. А поосторожней можно? Прости, прости. Я в тебя попал, Изума. Такаши-кун, это было грубо. Прости, прости, но реакция у меня довольно заторможена. Вообще-то у меня нет глаз на затылке. Ты ведь специально это сделал, так? Сэнпай, похоже, пока мы составляли свой план, все решили без нас. Эй, ты вообще слушаешь? Изума-сан, взгляни. Море, верно? Да, море. Мы не каждый день здесь бываем, и вообще все так запуталось. Все делают то, что сами хотят. Да, ты делаешь только то, что хочешь. А вам двоим вообще молчать бы следовало. Вы ведь хотели быть Сяотян и Таски-кун, верно? Ну... В любом случае, то, что творится сейчас, нечестно. Ясно, наконец-то ты признал свою слабость, но все в порядке. Что ты предлагаешь? Быть нам всем вместе, а потом разойтись? Давайте устроим состязание. Состязание? Ну да, обычно это состязание, ну или что-то вроде. Ты ведь это только что придумал, верно? Ну, как насчет заплыва до буйков и обратно? Кто первым вернется, тот выбирает себе пару, согласны? Отлично, так и сделаем. Минутку, сэмпай. Думаешь, это хорошая идея? Разве Изума-сан не прекрасный спортсмен? Я тоже известен как летучий пловец Така-тян. Я прекрасный пловец. Сяо-тян будет моей. Хотелось бы верить. В конце концов, победит ли Изума или Ишичири, они выберут Сяо-сэмпай. И Таски-сэмпай никогда не выберет Руан-сэнсэй, а это значит... Каори-тян, ты не против погулять со мной? Ах, дура! Если Изупи победит, тогда назойливая Сяорин исчезнет, и тогда та самая. Вы согласны, Кэйчиро-кун, Таски-кун? Я согласен. Соревноваться глупо. Значит, отказываешься? Нет, просто... Ладно, я согласен. Изупи, сделай это! Вперед, сэмпай! Готовы? Вперед! В соревновании по плаванию я никогда не проиграю. Борис, Намура-сэмпай! Вперед, жми! Сделай это быстрее! Сяо-сэмпай! Почему Таски-сама не хочет держаться со мной за руки? Нет, Сяо-сэмпай, ты не можешь! Я не такая! Чем это ты занята? Я устал. Эй, ты обогнал меня! Чёрт! А ты весьма неплох, Кэйчиро-кун. Значит, мне придется. Ой, больно! Изума-сан, вы в порядке? Мне свело ногу! Ой, тебе надо полежать. Я тоже так думаю. Прости, могу я опереться на твое плечо? Конечно, с тобой все будет нормально. А он хорош. Быстро и просто. Эй, Такаши! Изума, ты подлец! Ты жульничаешь, черт! Все еще болит? Да, но уже не так сильно. Море действительно прекрасно, верно, Сяотян? Мне хорошо, пока мы вдвоем смотрим на это синее море. Тебе тоже? У тебя что-то с рукой? Изума-сан, мои руки странные. О, хочешь, чтобы я предсказал тебе твою судьбу? Сейчас, минутку. У меня это очень хорошо получается. Я смогу прочитать все, даже самые мелкие детали. Вот засранец. Та сама. Сяорин ушла вместе с Изупи.
Чтоб ему это Мэйзупо. Она и Изупи, скорее всего, уже... Сяо Тян никогда не сделала бы ничего подобного. Сяо Тян. Сяо Сяма, Сяо Сяма. Ришу. Сяо Сяма, пожалуйста, взгляни же. Смотри, это мистер Краб же. Ух ты, действительно. Эх, он убежал. Какой милый. Эх, опять сбежал. Сяо Сан. Что за облом? А я как раз добрался до самой лучшей части. Думаю, сейчас следует поиграть в хорошего парня. Сяо-сан, если ты хочешь увидеть краба, я достану его для тебя. Может, в это трудно поверить, но в детстве меня звали Гроза Крабов. Правда? Да, предоставь его мне. Сяо-сэмпай, Каори-сан. Сяо-сэмпай, Намура-сэмпай искал тебя. Краб-сан очень красивый же. Такаши-кун? Да, тебе следует найти его. Я присмотрю за Изума вместо тебя. Ладно. Сяо-сан, взгляни. Вот Краб-сан. А? Каори-сан. Сяо-сэмпай вспомнила, что ей нужно было кое-что сделать и убежала. Но... Похоже, что с Изума-сан все в порядке, так что я тоже пойду. Подожди, Каори-тян. Не может быть. Я хочу еще одного краба же. Эх, ну, сейчас. Я достану еще одного для тебя, Ришу-сан. Вот только... Это чертовски больно. Большое спасибо же. Та сама. Ты мог бы намазать меня кремом? Руан-сенсей, простите, что заставил вас ждать. Спасибо, Энда-кун. Не за что. А, вот он, Таска. Такаши. Я нигде не могу найти Каори-тян. Извини, но не мог бы ты там посмотреть? А я пойду проверю в других местах. Конечно. Я рассчитываю на тебя. Та сама, как же крем? Руан-сенсей, позвольте мне. Сюда. Подожди, подожди. Сяо-тян. Сяо-тян. Такаши-сан, что-то хотел от меня? Ну, не то чтобы мне от тебя что-то было нужно, просто... Ну, я знаю довольно неплохое место поблизости. Может, отправимся туда? Такаши-сан, могу я взять тебя за руку? За руку? Конечно, без проблем. Вот. Идем, Сяо-тян. Да, Сяо-тян наконец-то заметила мой шарм. Отлично, отлично, отсюда направляемся прямо на легендарную дорогу. Сэнпай, вот это место. Ах, какой замечательный вид. Мы наконец-то пришли. Да. Сэнпай, ты искал меня, потому что волновался, верно? Так что я привела тебя сюда в качестве благодарности. Давай, пошли, сэнпай. Легендарный пляж влюбленных. Да, отсюда начнется наша дорога любви. Каори-тян, Номуру-сэмпай. Но как могло это произойти? Каори-тян, тебе следовало прийти сюда попозже. Тоже могу сказать и тебе. Опять ругаетесь? Изума-сан. А ты почему здесь? Я увидел мост и пришел посмотреть, что это за место вместе с Ришу-сан. Так и было же. А вы двое что тут делаете? Я решил, что все идет прекрасно и пришел сюда с Сяо-тян. А я Шичири-сэмпай. Разве плохо, что мы собрались здесь все вместе? Да, если мы придем сюда все вместе, то легенда... Тихо, Каори-тян. Ясно, я так и думал, что вы двое опять что-то задумали. И вот результат. Что ты тут делаешь? Такаши-сан сказал, что хочет мне кое-что показать. Таски-сама. Таски-сама, что ты тут делал вместе с Каори-сан? Тебя это беспокоит? Немного.
Сэнпай, ты придурок! Идиот, дурак, бака! Не переживай, Кауритян. Есть еще ночная версия легендарной Дороги Любви. Правда? О боже, не могу дождаться их следующей выходки. Я сделаю это! Лотерея? У нас 4 комнаты. Так что таким образом решим, кто с кем окажется. Но нас тут 7, так что... Кто-то будет один? Давайте сделайте свой выбор. Те, кто потянут за одну и ту же веревку, будут жить в одной комнате. Сэнпай, ты ведь что-то задумал, верно? А? Какой-то трюк, который позволит тебе остаться с Сяо, а мне Шичири. Я не пользуюсь подобными грязными штучками. Судьба — это то, что ты вершишь своими руками. Руан-сенсей! О, нет. Сэнпай, ты все-таки идиот. Где моя зубная щетка? Как оказаться вдвоем в одной комнате? Как это могло произойти? Нехорошо. Молодой парень и молодая девушка в одной комнате занимаются то тем, то этим. Даже этим. Таски-сан. Ах, я, не, правда... Ух ты, какая красота! Смотри сюда, это особый фейерверк! Круто! Это прекрасный план ночной дороги любви! Наконец-то все получится! Ночное море, небо полное фейерверков, как романтично! А теперь пришло время для чего-то особенного! Сэнпай, а, сэнпай? Красиво, правда? Да. Сэнпай, ты придурок, придурок, бака! Временами они так похожи на маленьких детей? Да уж. Как они могли поверить в эту легенду? Легенду? А ты не знаешь? Если пара влюбленных пройдут по тому пляжу, блестящая дорога любви появится вслед за ними и подарит им свое благословение. Это просто старая шутка, довольно глупая. Действительно, довольно глупая легенда. Я покажу тебе настоящую легенду. Я создам легенду для себя и Таски прямо здесь. Подожди, Руан-сан. Что это? Землетрясение? Что происходит? Руан-сенсей уничтожила легенду. Молчать, отныне тут будет новая легенда. Легенда о моей любви. Таски сама. Сяорин, не вставай у меня на пути. Таски сама. Та сама. Таски сама. Шичири-сэмпай! Сяо, ты в порядке? Таски-сама. Таски-сама, минутку. Я воспользуюсь Штенрином. У меня его нет. Штенрин. Штенрин. Таски-сама, моя рука. Пожалуйста, отпусти мою руку. Нет. Но если ты не отпустишь, то... Сяо! Штенрин! Если я смогу взять Штенрин! Таски-сама! Таски-сама, пожалуйста, отпусти меня! Не могу! Сяо! Сяо! Таски-сама!
Таски-сама, с тобой все в порядке? Да, спасибо, Сяо. Ты спасла меня. Таски-сама, я держалась за несколько рук. Изума-сан, Такаши-сан, Каори-сан, но Таски-сама... Таски-сама так и не дал мне свою руку. Меня это беспокоило, но сейчас... Сейчас я не уверена, но мне кажется... Я поняла. Сяо. Рука Таски очень теплая. Пойдем. Да. Они в порядке. Слава богу. О нет, это цвет. Неужели это легендарная дорога любви? Что, легенда? Просто что-то светится в темноте. Это не имеет ничего общего с легендой. Ах, как красиво. Да. Сяо, фейерверки, которые мы жгли вместе, прогулка по пляжу, дорога, которая осталась после нас. Думаю, я никогда этого не забуду. Я тоже. О, Тао-сама. Руан-сенсей, нечестно. Сейчас моя очередь сидеть вместе с сэмпаем. Я никогда не забуду ту теплоту, которую почувствовала, когда держала за руку Таски. Я буду всегда помнить о ней.
Похоже, мне начинает нравиться такая жизнь. Служба доставки. Да. Вам пришла посылка. Спасибо. Что это? Довольно большая. А? Отец опять прислал мне какую-нибудь рухлядь. Нихао Таске. Что? Он до сих пор в Китае? И он продолжает слать мне всевозможную ерунду. Хотел бы я знать, что мне с ней делать. Если я не буду осторожен, опять кто-нибудь появится. На этот раз нужно проверить все очень внимательно. Спереди ничего необычного. Сбоку ничего необычного. Ну что ж, похоже, на этот раз это просто декорация. А? Бонус? Такой маленький. Что это вообще такое? Веер? Таски-сама, не составишь компанию? Я хотела пройтись по магазинам. Конечно. А что насчет Руон? Похоже, она до сих пор не проснулась. Она действительно любит поспать. Бананчиттен Кирью. Таски-сама, не тяжело? Все нормально, я же все-таки парень. Но мы столько всего накупили. И все-таки мне следует помочь тебе. Да все в порядке. А вчерашний фильм был совсем неплох. Да, Руан сказала то же самое. Руан! Ты это видел? Да, внезапно светофор стал таким огромным. Сяо, давай просто убежим отсюда. Сюда, Сяо! Таски-сама, похоже, по этой лестнице мы подняться не сможем. Что? Пешеходный мост? Неужели? Ты в порядке, Сяо? Да. Я и не знала, что кто-то успел меня опередить. О чем только Руан думает? Таски-сама, мне кажется... Таски-сама... Пусть засияет небо и появятся звезды. Лейлен! Если это действительно ее рук дело... Разве это не обыкновенный невинный котенок? Подожди, остановись! Таски-сама! Вот тебе! Кейко Ниттен Руан здесь! Ах, Руан просто потрясающе! Руан, ты... Таски-сама, пожалуйста, подождите. Где ты прячешься? Выходи. Что? Здесь кто-то есть? Бананчиттен Кирью, вы сами призвали меня, господин. Как я и думала... Призвал. Господин? Бананчиттен. Дух, обладающий силой Земли.
Дух? Значит, этот веер... Господин, я здесь для того, чтобы устроить вам испытание. Испытание? Для меня? Банша Тайран. Таски-сама! Будь ты проклят, отец! Он ни слова не написал про веер. А? Веер, который я добавил в качестве бонуса, должен быть мистическим артефактом, раскрыть который сможет лишь человек с чистым сердцем. Не пиши такие важные вещи столь мелким почерком! Господин, это испытание. Просто смиритесь с ним. Да, кстати, может, ты все-таки нам представишься? Это испытание. Ты сам должен понять. Кирио-сан. Ну, она Бананчитен Кирио-сан. Дух Земли. Как и Штенрин и Какутента, она была призвана Тантенсеном. Я защищаю своего господина. Руан старается его осчастливить. А Кирио-сан устраивает своему хозяину испытание. Устраивает испытание? Баншо, Тайран. Таски-сама. Эй, мое печенье! Таски-сама, вы в порядке? Более-менее. Это испытание. Попробуй выдержать его. Как ты посмела сломать мое печенье? То есть, как ты могла поступить так с Таосама? На этот раз ты за все ответишь. Прекратите! Баншо, Тайран. О боже! Таски-сама, осторожно! Таосама. Сяо. 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 Я в порядке. Просто небольшая царапина. Не заставляй себя, Сяо. Обопрись об меня. Сяо Доно, вы усложняете мне работу своими бессмысленными выходками. Прекратите, иначе это не будет настоящим испытанием. Хватит. Я призвал тебя сюда. Мне все равно, что ты сделаешь со мной, но я не позволю втягивать в это Сяо. Она сама этого захотела. Я не заставляла ее. Попридержи коней. Многое изменилось с тех пор, как тебя призывали в последний раз. Все живут в мире, и все твои никчемные испытания... Руан, забудь. Но Таосама. Кирю, если ты считаешь, что можешь в ходе выполнения своей миссии втягивать посторонних людей, то я не могу позволить тебе оставаться тут. Ты станешь ходячей проблемой. Очень хорошо. Кирио-сан, я возвращаюсь. Думаю, мне стоит подождать, пока Тантен-сен откроют еще раз. Она действительно вернулась. Таски-сама, мы призваны сюда своим хозяином. Мы живем для своего хозяина. Единственная причина, по которой мы находимся здесь, мы должны помогать своему хозяину. И когда мы чувствуем, что наш хозяин в нас больше не нуждается, мы должны вернуться туда, откуда пришли. Но, Таски-сама, мы в темноте. В вечной тьме мы ждем того момента, пока нас призовет новый повелитель. Всегда в темноте.
Ждем, пока появится человек, который придаст смысл нашему существованию. Думаю, мне стоит подождать, пока Тантенсен откроет еще раз. Смысл жизни, он состоит в служении вашему хозяину. Если мы не можем этого делать, то нам незачем жить. Я призвал ее, но я ничего для нее не сделал. Таски-сама. Вообще-то, я тоже немного жалею об этом. Я призвал Кирю и тут же отослал обратно из-за своих личных причин. Думаю, это было немного нечестно. Таски-сама. Господин? Почему? Разве я не ходячая неприятность? Прости за недавнюю сцену. Думаю, я приму испытание от Банан Читен. Надеюсь, мы справимся. Эй, Кирю, прекрати! Умоляю! Если ты сделаешь ее еще больше! Баншо, Тайран! Дом! Развалится! Это испытание, потом починишь. И на кой черт я еще раз призвал Кирю? Что ты творишь с Таосама? А? А разве тебе самой его не жалко? Руан, все-таки в душе ты очень хороший человек. О, гигантский манжу, все, я больше ни слова против не скажу. Беру свои слова назад. Таски-сама? Сяо? Таски-сама, вы в порядке? Может, мне стоит помочь тебе? Спасибо, Сяо. Но я справлюсь сам, не волнуйся. К тому же, если ты будешь мне помогать, то нарушится ход испытания. Я скоро закончу. Таски-сама! Таски-сама, ты в порядке? Нормально, все нормально. Таски-сама! Наконец-то! Я чертовски устал! Чем я вообще занят? Закат? Так рано! Я так увлекся работой. Думаю, я начинаю понемногу ее ненавидеть. Таски-сама? Сяо, что такое? Таски-сама, для тебя это все слишком тяжело, верно? А? Да, в общем-то, нет. Если будет слишком тяжело, скажи мне, пожалуйста. Я приготовлю чего-нибудь вкусненького, чтобы поднять твой дух. Спасибо. Но со мной, правда, все в порядке. Не переживай. Правда? Да. Слава богу. Иногда я чувствую себя отвратительно слабым человеком. Я начинаю сдаваться и... Еще слишком рано жаловаться. Ах,
как хорошо! Может ли все и дальше так продолжаться? Кирю-сан, что случилось? Почему ты здесь? Сяодон? Кирю и Сяо. Кирю-сан. Господин начинает ненавидеть меня, верно? Кирю-сан. Все бесполезно. Я знаю, я уже привыкла к тому, что меня все ненавидят. Я и сама понимаю, что заслуживаю этого. Я слышу это уже не одну тысячу лет. Потому что нет человека, который любит испытания. Но устраивать испытания — это моя судьба. Даже если она заставляет хозяина ненавидеть меня, я не могу от нее отказаться. И такова моя участь. Извини меня. Прости за то, что тебе пришлось выслушивать всю эту напыщенную тираду. Устраивать испытания — моя судьба. Что бы ни произошло, я не могу сбежать от нее. Не может сбежать? Я уже забыл о мире и покое. Нет, не так. Я просто хотел забыть о них. Я Шугагеттен. Как луна в небе. Я никогда не покину своего хозяина. Я буду защищать его. И не важно, что произойдет. Я не могу сбежать от своей судьбы. Есть кое-что, что я могу сделать. Доброе утро! Таски-сама, Руан-сан, если вы не поторопитесь, то опоздаем в школу. А, Таски-сама. Сяо. Можешь пойти вперед и подождать меня у школьных ворот. Таски-сама? Таосама, прости, что заставила тебя ждать. Руан-сан, давайте пойдем вперед. А? Нет, Руан хочет пойти вместе с Таосама. Нет, отпусти меня! Ну что ж, вперед. Какая громадина! О, черт! А, держись! Похоже, первый уровень пройден. Что? Я в ловушке. Я не проиграю! Отлично! Черт возьми, она действительно профессионал. Все предусматривает. Сколько вы собираетесь спать, господин? Что, уже перерыв? Ты ведь только начала разогреваться, не так ли? Я хочу спросить тебя кое о чем. Что это? Испытание для Таски. Не дай мне добраться до школы. Что это значит? Именно то, что написано. Я хочу, чтобы ты попыталась остановить меня на пути к школе.
Зачем? Ты ведь специально это делаешь? Да. Я все тебе объясню, когда доберусь до школьных ворот. Давай вернемся к нашему испытанию. Если ты и дальше будешь мне подыгрывать, то очень скоро я буду в школе. Сяотян! Рон-сенсей! Колокол уже звонил. Первый урок самообучения. А? Самообучение? Заткнись и убирайся отсюда. Хорошо. И где пропал Таосама? Неужели он опять попал в испытание Кирью? Думаю, да. Думаешь, да? Знаешь что? А? Таски-сама сказал пойти вперед и подождать его. Поэтому... Ясно. Не сдавайся. Таски-сама. Что такое, Кирю? Решил устроить мне передышку? Выкинь что-нибудь, что может убить меня. А? Ты что, на самом деле решила меня прикончить? Господин, это бесполезно. Сдайтесь. Меня не так-то просто победить. Как вы и просили, я не позволю вам добраться до школы. Ну уж нет. Сяо. Сяо ждет меня там. К тому же, разве тебе не любопытно? Разве ты не хочешь знать, зачем я дал тебе эту записку? Я всю ночь размышлял и наконец-то понял. С тех пор, как появилась Кирью, я все еще ни разу не прошел ни одного испытания. И мое настоящее испытание — это вовсе не те пустяки, что мешают мне сейчас. Испытание, которое я должен выдержать. Они ждут меня впереди. Таски-сама? Сяо, прости, что заставил тебя ждать. Кирью-сан, я все-таки добрался до школы, верно? Ты обещал, что объяснишь, что все это значит. До тех пор, пока ты сам не захочешь, это не будет испытанием. До того времени оно будет приносить тебе боль, и ты не сможешь преодолеть его, верно? Какой позор. Испытание — это шанс вырасти, понять себя.
Если ты продолжаешь кричать «нет-нет», ты будешь лишь проигрывать, верно? Да, так и есть. Господин изменился. Но принятие испытаний для того, чтобы узнать свои потенциальные возможности, возможно, это неплохая идея. Я чувствую, что тоже сделала что-то важное. В чем дело, Кию? Это все? Покажи, на что ты способна. Давай еще. Больше я сдерживаться не буду. Где Сяо? Вот балбес. Шичири-сэмпай! Та сама? Ты так совсем с катушек съедешь. Шоку-сан, что ты здесь делаешь? Да, ничего. Я просто стою. Шичири-сэмпай! Нет, Таосама, ты в порядке? Шичири-сэмпай будет в порядке, пока я нахожусь рядом с ним. Эй, я хотела сказать то же самое. Шоку-сан, похоже... Меня опять охватывает это смутное чувство. Вот здесь. Может, это потому, что скоро наступит сезон дождей? Винишь лишь сезон дождей. Считать, что это из-за приближающихся дождей, ты не можешь так поступить. Шоко-сан... Легенда о сезоне дождей. Единственное, что я сказала сегодня Таска, это доброе утро и спокойной ночи. Интересно, зайдет ли он поговорить со мной? Сяо, ты еще не спишь? Нет. Нет, я еще не сплю. Ну, это тебе. Это Яманобе. Да? Эй, Сяо, я тут вспомнила, что забыла тебе рассказать кое-что важное. Что-то важное? Да, что-то очень важное. Дело в том, Сяо. Да. Это очень старая легенда, но... Да. До того момента, как остановится первый линий в сезоне дождей. Да. Да. А? Можно найти счастье. Да. Если ты все правильно сделаешь, то на вас двоих снизойдет огромное счастье. Значит, я смогу поговорить с Таской. Мы сможем снова вместе ходить по магазинам и играть с хашигами, если пойдет дождь. Если пойдет дождь, то я... Я думаю, я попытаюсь. Да,
Удачи. До того момента, как остановится первый ливень в сезоне дождей. Таски-сама! Сяо! Доброе утро! Слава богу! Я сумела первой сказать Таски-сама доброе утро! Что случилось, Сяо? Господин, я тут подумала про следующее испытание. Сяо! Сяо Дону! Скажи, ну ладно. Сяолин. Сяо, что с тобой творится? В чем дело, Сяолин? Сяодону. Приди, Кенан. Что ты сказала? Сяо сэмпай сбежала вместе с Шичири сэмпаем? Именно так. Не к добру это. Куда она могла отправиться? Руан сэнсэй, сейчас не время поправлять свой макияж, не так ли? Утихни. Руан сэнсэй, значит вы решили отказаться от Шичири сэмпая? Похоже, что так. К тому же Руан-сенсей намного старше него. Что ты сказала? Так я и думала, что кончится чем-то подобным. Раз уж ты отказалась следовать за ним, ты, должно быть, сказала что-то Сяодону, верно? Шокодону. Это очевидно. Именно то, что ожидалось от Духа Земли. Вот как. Сяо-чан! Шичири-сэмпай! Сяо-чан! Шичири-сэмпай! Сяо, что происходит? Здесь опасно оставаться. Эй, Сяо! Тихо. Я чувствую, что Руан где-то рядом. Боже, боже. У тебя прекрасная интуиция. Пока у меня есть эта пудреница, я всегда могу узнать, где находится та сама. Не стоит меня недооценивать. А? Приди, Пока! Что ты делаешь? Отпусти! Отпусти! Сяо-чан, Шичири-сэмпай! Пусти! Что вы делаете? Боже! Таски-сама, пожалуйста, осторожнее, не свались. Не знаю, что она пытается сделать, но... Но почему-то Сяо... Сяо-сан! Сяо-сан! Если у тебя какие-то трудности, то я могу помочь. Пожалуйста, спустись и поговори со мной. Приди, Ришу. Сяо-сан!
Сяо-сяма, Сяо-сяма. Сяо-сяма. И чего Сяо-сан хотела добиться от Ришу-сан? Ришу, не знает же. Похоже, тебе все это доставляет удовольствие. Да. Потому что прошло очень много времени с тех пор, пока я была наедине с тобой. Понятно. Мы довольно долго не могли толком поговорить с друг с другом последнее время. Действительно можно заставлять тебя идти со мной в магазин. Все в порядке. Таски-сама? Что ты хочешь сегодня на ужин? Дай подумать, как насчет жаркого? Шачири-сэмпай, ты попался. Ой, хоро. Раз уж я здесь, то я больше не позволю тебе остаться наедине с Сяо-сэмпай. Ты нашла их? О, Сяо-сан! Сяо-сан! Я искал тебя. Ришу-сан казалась такой беспомощной, когда ты бросила ее одну. Та сама, вот ты где! Руан-сенсей, слава богу, мы нашли их! До того момента, как прекратится первый ливень сезона дождей... Если два человека будут разговаривать только между собой и ни с кем больше, то впоследствии они обретут счастье. Обретут счастье? Люди! А чё вы все тут делаете, а? Ты не можешь! Сяо-сан! Нельзя, нельзя, нельзя! Дождь еще не прекратился. Если ты заговоришь с другим человеком, то счастье уйдет. А? Сяо. Да, Таски-сама и я вместе. Я могу говорить только с Таской. Нет, не так. Таски-сама разговаривает со мной. Я разговариваю с Таской. Дождь прекращается и... И? Так что мы не можем разговаривать с другими людьми, пока не остановится дождь. Так мне сказала Шаку-сан. Значит, это Яманобе. Но... Так или иначе, давай просто убежим от них. Хорошо, Сяо? Я не позволю вам снова скрыться. Да, сама. Значит, это все дело рук Яманобе. Надо будет поблагодарить ее за эту выходку. Может быть, я слишком эгоистична. Я бы хотела, чтобы этот дождь никогда не остановился. Субтитры сделал DimaTorzok
Дождь прекратился, верно? Сёко-сан сказала ждать, пока не остановится дождь. Ясно. Знаешь, Сяо, что тебе сказала Яманобе? Что будет, если ты не будешь разговаривать с другими, пока не прекратится дождь? Она сказала, что мы сможем обрести великое счастье. Сможем обрести великое счастье? Да. Сяо. Вот как. Сяо чувствовала себя одинокой. Всегда. Но я не замечал ее чувств. Сяо, ты еще не спишь? Кто на этот раз? Телефон тут ни при чем. Таски-сама? Сяо, может, сходим куда-нибудь завтра? Только мы вдвоем. Только мы? И куда мы отправимся? Я не знаю. Мы уже побывали вместе со всеми у океана. Горы. Да, думаю, горы подойдут. Да. Давай отправимся в горы завтра рано утром. Таски-сама, что происходит? Удачной прогулки! А ты довольно легко сдалась, Рондоно. Похоже, я ошиблась. А ты вот что-то тормозишь. Я не люблю жарких мест, Рондоно. Доброе утро! Ах, Руан-сенсей, Таски-кун и Сяо-тян куда-то убегают вдвоем. Они отправились в горы. И Руан-сенсей отправляется с ними, верно? Это значит, я могу пойти с тобой? Только если согласишься помогать мне. Конечно, я понесу сумку и сделаю все, что ты пожелаешь. Тяжелая. Здесь мы в безопасности. Размечтались. Давай поднимемся на самую вершину. Я решил. На вершине я расскажу Сяо о своих чувствах. Сказав, я люблю тебя. Не может быть! Сяо, я решил, куда мы пойдем. Знаешь, Аришу, думаю, сегодня я обойдусь без Хашигами. Потому что Таски-сама. Похоже, он старается изо всех сил. Думаю, я могу положиться на него. Нам следует продолжить путь. Пойдем, Сяо. Руан-сенсей, почему мы должны прятаться в подобном месте? Ясно, так вот зачем он все это устроил. Но Таосама, я никогда не позволю тебе признаться в любви, Сяорин. Никогда. Да.
Давай посмотрим. Вершина. Полагаю, нам сюда. Пошли, Сяо. Так, знаки развернули, теперь продолжим идти за ними. Эх, подождите, пожалуйста, меня, Рон-сенсей. Господин, надеюсь, они доставят вам не слишком много хлопот. Похоже, тут куда больше деревьев, чем можно было подумать. Сяо! Ты в порядке? Давай пойдем медленнее. Я ведь могу положиться на тебя. Сяо, почему ты это сделала так неожиданно? Как она посмела взять его за руку? Рон-сенсей, тебя увидят. Прости, я внезапно почувствовала, что мы так далеки друг от друга и... ладно, тогда... Вот, возьми меня за руку. Рон-сенсей! Неужели ты непростительна? Что это было? Ох, чуть не попались. Сейчас только не хватало, чтобы они нас увидели. Они опаздывают. Похоже, по вечерам тут жить можно. Похоже, мы окончательно заблудились. Сяо, ты в порядке? Да, я в порядке. Если мы и дальше будем идти вслепую, то окончательно потеряемся. Давай немного отдохнем. Ну же. Дай еще. Рон-сенсей, а больше ничего не осталось. Значит, дай мне денег, чтобы я купила себе сок. Рон-сенсей, что же нам теперь делать? Уже поздно. И если вдруг что-нибудь выползет из леса, не говори ерунды. Я искала тебя, Рондона. Рон-сенсей. Ты знаешь, где находится господин? Если бы я знала, то я бы тут не сидела. Но похоже, Сяорин куда более решительнее, чем я думала. Что ты имеешь в виду? Она не воспользовалась Штенрином. Я, как луна в небе, никогда тебя не покину. Всегда буду защищать тебя. Сяо-сяо. Я... Сяо. Заканчивать все вот так вот. Я действительно не хотел говорить этого в подобном месте, но... Я... Тебя... Прости меня!
Сяо, если бы я призвала Кенена, то мы смогли бы моментально оказаться на вершине горы. Но я оставила Штенрин дома. Вот как. Я отвратительно. Я солгала. Я пойду осмотрюсь. Таски-сама. Таски-сама сердится на меня. Я Шугагеттен, но... Я сказала, что забыла Штенрин. Неужели он считает, что я бесполезна? Я хотела быть вместе с Таской. Я хочу быть с тобой. Сяо, за что бы ты ни бралась, у тебя все получается просто замечательно. Да. Теперь все будет в порядке, даже если немного похолодает. Сяо. Да. Ты не устала? Нет, я в порядке. Ясно. Это хорошо, но... Таски-сама. Ты злишься на меня? Я забыла Штенрин, и теперь мы заперты здесь. Я... Шугагеттен. Я не сержусь. Таски-сама, я действительно пойду приготовлю горячего кофе. Это я... Таски-сама. Я пойду наберу воды. Как я и думала. Он злится. Он не хочет быть со мной. Это моя вина. Потому что я... солгала. Пожалуйста, подожди, Таски-сама. Я пойду. Это моя обязанность. Таски-сама. Пожалуйста, отдохни тут. Сяо!
Как я и думал, все совсем плохо. И затем началось лето. Руандоно? Чего? Я думаю, не стоит так уж волноваться о них, и... И я думаю, что Кэйчиро Доно уже выложился. Что за детский лепет? Пока мы тут теряем время, та сама может признается в любви Сяолин. Признается? Да, признается в любви Сяолин. Продолжаем поиски, Энда-кун. Да. Что я делаю? Мы сегодня неплохо провели время. Давай скажем Таске правду и вернемся домой. Про Штенрин. Про мою ложь. Но на самом деле, я просто хотела остаться с ним немного дольше. Остаться вдвоем, чтобы он мог объяснить мне, что за странное чувство поселилось в моем сердце. Думаю, это моя вина, что мы застряли тут. Обвинять в этом Сяо. Я Шугагеттен. Эти слова... Эти слова создали стену, разделившую нас. Даже когда я пытаюсь приблизиться к ней. Сяо, я люблю тебя. Ты это хотел сказать Сяолин? Руан, ты ведь именно это хотел ей сказать? Я не скажу этого. Несмотря на то, что я должен, я не могу сказать этого. Даже если я скажу, все равно ничего не выйдет. Мне так кажется. Руансон. Пошли, Кеннен. Та-сама, куда ты бежишь? Сяо! Я иду искать Сяо. Опасно ночью разгуливать по горам. И у нее нет с собой Штенрина. А, та-сама! До вершины еще 80 метров. Вершина. Я должна была прийти сюда вместе с Таской. Почему? Почему я здесь одна? Почему? Почему каждый раз, когда я хочу приблизиться к нему, я чувствую, что мы становимся еще дальше друг от друга, чем были? Ты хочешь сама добраться до вершины? Сяо Доно. Кирио-сан. Сяо! Где она? Не думал, что она зайдет так далеко без Штенрина. Я солгала.
Я забыла Штенрин. Я сказала это ему. Я хотела подольше остаться с ним. Пока все снова не стало как обычно. Но... И... Что же мне делать? Так что... Что мне делать, чтобы стать ближе к нему? Что мне делать? Что мне делать? Ришу! Что ты здесь делаешь? Ришу! Ришу! Я возвращаюсь. Возвращаюсь к Таске. Скажу ему правду, и мы вернемся домой. Это действительно очень спокойное место, Сяодоно. Ты так не думаешь? В этом безумном мире все, что ты можешь, это оставаться рядом со своим господином. Нет времени думать о других вещах. Руандоно однажды сказала: «После того, как я пришла сюда, я кое-чему научилась. Даже если нет ничего плохого в том, чтобы смириться, в том, чтобы стремиться к чему-то, тоже нет ничего плохого». Я тоже узнала кое-что. Может, испытания станут лучше, если обе стороны захотят принять участие. Я тоже могу быть кому-то полезным. Не просто ходячей проблемой, а быть иногда действительно необходимой. Так что все будет в порядке. Придет время, когда Сяодоно поймет, что это за чувство. Чувство в моем сердце. Это смутное чувство. Да. Наш господин обязательно объяснит тебе. Так что... Да. Яманобе рассказала вчера Сяо. Голос Таске. Господин? Не знаю, следует ли ей сказать, что она сует нос не в свое дело. Это Ришу. Если два человека разговаривают только между собой, пока не закончится первый ливень в сезоне дождей, впоследствии их ждет большое счастье. Но я также понял одну важную вещь. Сяо начала желать своего собственного счастья. Моего счастья? До этого она думала только о моем счастье. Она никогда ничего не хотела для себя. Но после того, что ей рассказала вчера Яманобе, она, должно быть, начала желать своего собственного счастья. Так и должно быть.
Не только я хочу обрести счастье, оставшись вместе с ней. Вот почему. Вот почему мне следует признаться ей. Открыть свои чувства. Да. Я сидящий тут и ничего не делающий. Это слишком жалкое зрелище. Так что я... Я не знала. Я не заметила. Сяодона. Я начала желать своего собственного счастья и даже не заметила этого. Я Шугагеттен. Я сделала что-то не для него. Кенан! Я не могу позволить тебе вернуться самой. Прошла только половина испытания. Я отправляюсь к нашему господину. Кирио-сан. Сяодона. Ждите здесь. Храни свое чувство. Мое главное чувство. Я... Чего я хочу на самом деле? Может ли Таски-сама встретиться со мной здесь? Эй, Ришу, Сяо, на самом деле взяла с собой Штенрин, верно? Я уже столько времени пытаюсь ее найти. Может, она где-то поблизости? Если это действительно так... Но почему? Почему она не использовала Штенрин? Я оставила Штенрин дома. Почему она это сказала? Почему? Вот вы где, господин. Кирю! Что ты здесь делаешь? Деревья этого леса сказали мне, где вы. Деревья? Сяодоно. Сяодоно на вершине. На вершине? Она ждет тебя там. Сяо. Ждет меня? Почему Сяо? Почему она сказала, что забыла взять Штенрин? Почему она солгала? Вы правда? Вы действительно не понимаете, господин? Сяо. Вы действительно не знаете? Ясно. Господин? Конечно, нет! Кирю, спасибо, что сказала мне, где Сяо! Сяодона, слава богу, что ты встретила нашего господина. Таски-сама хотел прийти сюда вместе со мной, чтобы мы вместе увидели этот пейзаж.
Сяо пытается стать ближе ко мне. Она пытается даже сильнее, чем я. Но я... Почему? Потому что я волнуюсь. Но у Таски-куна уже есть Сяо-тян. Именно поэтому я и волнуюсь. Признание Таски, Сяолин. Но Таски-кун сказал, что он не признается. Он сделает это, я уверена. Руан-сенсей. Я знаю, что мой Та-сама не сдастся так просто. Черт, скажите мне кто-нибудь, как добраться до вершины. Сяо. Ты в порядке, Ришу? Указатель. Все-таки сегодня мой день. Ясно. Сяо ждет меня на вершине горы. Когда я увижу Сяо, я признаюсь ей. Голос Таска. Даже если это будет бесполезно, я расскажу Сяо о своих чувствах. Что он хочет сказать мне? Потому-то он и хотел, чтобы мы пришли сюда вдвоем. Таски-сама. Руан-сенсей, нам не следует шпионить за ними. Утихни. Таски-сама. Сяо. Сяо! Таски-сама. Руан-сенсей! Что?
Пожалуйста. Роан-сенсей, пожалуйста, пусть Таске скажет. Я не знаю, найдут ли его чувства отклик. Чувства Таске-куна. Это решимость открыть свои чувства. Я хотел бы поддержать его. Потому что если никто ничего не скажет, то ничего не произойдет. Здесь столько счастья, что, похоже, я тут лишняя. Коичиро-кун, может, я провалилась, как Кейко Ниттон? Руан-сенсей! Таске-сама... Руан. Таске-сама. Руан-сенсей. Таске-сама. Сяо. Я. Сяо. Следующие несколько минут я любовался ослепительной улыбкой Сяо и потихоньку отключился. Я наконец-то признался Сяо. У меня такое странное чувство. Сяо! Доброе утро! Доброе утро! Прежде чем я отключился там на горе, я что-нибудь сказал? Да! Правда? Я действительно сказал это! Я великолепен! Таске-сама сказал, я рад, что ты солгала мне! Что? Почему? Почему я каждый раз все порчу, когда уже почти все сделано? Я рада, что ты не сердился на меня. Спускайтесь все, завтрак готов. Я уже заждалась. Храни меня, небесная стражница. Bye.
Лили! Наверное, я прошлое. Сейчас смотрит на меня настоящую. Это такое мирное место. Словно отдых после долгого и неприятного путешествия. Но придет день, когда этот покой подойдет к концу. Личное счастье. Он выглядит совсем как Кириусян. Следующий. Кто будет следующим? Ну прям вылиты из ума, Сан. Просто супер. Еще. Давай еще. А это? Это Айхара, верно? Это Руан-сенсей! А это кто? Я знаю, это Такаши-кун! Точно, это определенно взгляд взбешенного Такаши! О, понял! Кенен, ты такой симпатичный! Я Маноби! Ты сказала, что у меня горячая голова! Эй, Такаши-кун! Номура, отпусти! Кенен задыхается. О нет! Какого черта я делал? Прости, Кенен! Такаши-кун! Прости, Кенен! Вот именно поэтому я и сказала, что у тебя горячая голова. Таски-сама? Разве нам не пора в спортзал? Практиковаться? В чем? Разве у нас пятым уроком не физическое воспитание? А, точно. Тогда давай переоденемся и встретимся у спортзала. Хорошо. Ее нет. О нет, я забыл свою форму. Что же мне делать? Я не успею сбегать за ней домой. Таски-сама, может мне стоит попросить Кенена сделать это? Кенена? Но... Все в порядке же. Ришу полетит вместе с ним же. Значит, ты летишь вместе с ним? Даже? Все в порядке, Таски-сама. Обязательно вернитесь до начала контрольной. Хорошо же. Кенен-сан, полетели же. Мы рассчитываем на вас, Ришу, Кенен. Вы двое, будьте осторожны. Через 15 минут начнется контрольная. До этого разминка. Сяо, давай разомнемся вместе. Что с тобой? Шичири все еще не появился? Да, похоже, Кенен и Ришу еще не вернулись. Не переживай, думаю, он просто долго переодевается. Надеюсь, что именно так и есть. Парень, согни свои колени и бросай его. Вот так? Эх, не так, совсем не так. Тебе следует расслабить руки. Эй, парень, ты меня вообще слушаешь? Кенен и Ришу опаздывают. Да. Интересно, чем заняты эти двое? Но скоро они вернутся. Думаю, так и есть. Ладно, тренировка, тренировка. Посмотрим. Согни колени и расслабь руки. Похоже, практика под командованием Кохундону – подходящее испытание для господина. Неплохо, Сяо! Вот, Шоко-сан, твоя очередь. Есть, я попала!
А? Сяо? А? Это же Геттен-сама. Сяо, куда ты? Сяо! Несчастный случай? Что произошло? Никогда такого раньше не видела. Это кукла? Что это? Выглядит как дракон. Похоже, его ранило, но... А он не опасен? Кенан, Ришу. Сяо-сяма. Ришу. Сяо-сяма. Кенан. Кенана врезалась большая машина. Кенан. Это ее домашнее животное? Может, стоит позвать полицию? Простите. Сяо. Таски-сама. Кенан. Черт, это серьезно. Ты в порядке, Кенан? Кенан, держись. Это плохо. Нужно срочно обработать рану. Таски-сама. Я позабочусь обо всем. Возвращайся, пожалуйста, в школу. Может, лучше мы поскорее отнесем его домой? Но... Я отнесу его домой. Ты иди сзади и следи, чтобы он не упал. Хорошо. Простите, пропустите, пожалуйста. Чоуса! Чоуса! Сяо, кто этот Хашигами? Это Хашигами, который специализируется на лечении. Чоуса. Ясно. Думаю, теперь нам не о чем волноваться. Ришу тоже поможет накладывать мазь же. Я помогу с бинтами. Слава богу, что сумка с формой сыграла роль барьера и смягчила удар. Таски-сама. Большое спасибо, что принес Кенена домой. Тебе не следует благодарить меня. Сяо, извини. Если бы не я... Если бы я не забыл свою форму, Кенен был бы в порядке. Таски-сама, тебе не следует винить себя. Ведь это я отправила Кенена принести форму. И служить своему господину — это обязанность всех Хашигами. Но... Если бы я не оставил ее дома, ничего бы не произошло. Почему? Таски-сама не должен винить себя. Но, несмотря на то, что я Шуга Геттен, я ничего не могу сделать для него. Да, Шичири слушает. А, Такаши. Что случилось, Таски? Что ты делаешь дома? Сяо там с тобой? Я не видел тебя в спортзале, и ты так и не появился. Я подумал, что случилось, мы все волнуемся. Кенен попал в аварию.
Он полетел домой за моей формой и обратно на дороге. Он ранен? Что? Эй, подождите! Та-сама! Кенан в порядке? Это Куичиро, верно? Его раном сейчас занимается... Дай мне ее на секундочку. Яманоби-сан. Ужасно. Мы зайдем попозже навестить его. Заодно занесем твою сумку и одежду Сяо. Извини, и спасибо. Эй, смотри, что ты делаешь. Быстро отдай мне. Та сама. Что? Он уже повесил трубку? Руан-сенсей, вот где вы были все это время? Вы ведь не собираетесь пропустить сегодняшнее совещание, верно? А? Совещание? Когда та сама дома наедине с Сяо Рин, у меня нет времени на подобную ерунду. О чем это вы говорите? Вперед, Руан-сенсей. Нет, та сама, спаси меня! Сяо, куда ты идешь? Хочу приготовить ужин. Если тебе нужно в магазин, то давай я схожу. Тебе ведь следует остаться с Кенаном, верно? Все в порядке. Мы привыкли иметь дело с куда более серьезными ранами. Пока. Удивлены, господин. Кирилл, вы думали, она будет куда больше беспокоиться, верно? Сяо Дона привыкла к подобным вещам. Она ведь Шугагетта. Думаю, теперь у меня есть все, что нужно. Отдел лекарств. Супер Икс. Интересно, помогает ли он при ранениях? О, это ты, Сяо-сан? Какое совпадение, что мы оба тут оказались. Изума-сан. Покупаешь продукты к ужину? Я зашел, чтобы купить ингредиенты для авагаши моей мамы. Сяо-сан, ты тут одна? Да, вроде как. Разве это не великолепный шанс побыть с ней наедине? Сяо-сан, не хочешь ли куда-нибудь пойти со мной? Я знаю, тут неподалеку магазинчик, в котором готовят прекрасный черный чай. Изума-сан, а Супер Икс помогает? Помогает? Я еще достаточно молод и могу обойтись без этих штуковин. Он эффективен при ранениях. Ранениях? Ясно. Кенен ранен. Это ужасно, не так ли, Сяо-сан? Я попозже принесу ему имаякан от моей мамы. Кенен-сан очень любит имаякан. Я принесу ему его, и он обязательно скоро поправится. Что с тобой, Сяо-сан? Все будет в порядке. Тебе не следует так беспокоиться. Вот. Почему? Почему ты так беспокоишься? У нас не было прав на это. Я дома. А? Сяо-тян, добро пожаловать домой, Сяо. Прости за вторжение. Шихея-сэмпай, Сяо-сэмпай вернулась. Все? Вы все пришли? Добро пожаловать домой, Сяо. Все пришли попроведать Кенена. Прости, что зашли в твою комнату без разрешения. Все в порядке.
Я из далекого прошлого. Это очень странно. Для нас это обычное дело. Бедный Кенен. Он был таким энергичным утром. Кенен, держись. Поправляйся скорее, Кенен. Также у нас не было права на чью-либо жалость. Кто бы это мог быть? Должно быть Изума-сан. Я встретила его в магазине, и он сказал, что зайдет чуть позже проведать Кенена. Вот как. Я пришел навестить Кенена. Спасибо, Изума-сан. Кенен-сан в порядке? Вроде да. Вот как. Ах, Изума-сан. О, все уже здесь? Изума-сан тоже пришел навестить Кенена? Да. Значит, у братика все же есть и хорошая сторона. Кенен-сан мой особый друг. Вот, Сяо-сан, это для Кенена. Большое спасибо. Что это? Да так, ничего особенного. Это для Кенена. Это его любимая еда. И вы даже не догадываетесь, насколько она ему нравится. Он просто от нее без ума. Любимая, значит. О, я тоже прихватила для Кенена кое-что вкусненькое. Больше всего он любит этот пудинг. Я принес ему тюльпаны. Да, спасибо. А я специально для него кое-что приготовила. Смотри, Шичири-сэмпай. Оно очень вкусное, и оно поможет ему поскорее поправиться. Попробуй. Минутку! Думаю, лучше тебе держаться от этого подальше. Что ты имеешь в виду, Номуру-сэмпай? Каоритян, разве ты не Риоршичи? Что ты сказал? Ничего. Такаши-кун, а что ты принес? Я? Я купил кое-что действительно крутое. Это коллекционное видео Мономоно Овараи. После того, как Кенен это посмотрит, его пародии станут даже лучше, чем были. Что за лицо, Каори-тян? Ты просто не видела, как он изображал вас. Что? Про что это ты? Он просто великолепен. Сегодня на обеденном перерыве он подражал нескольким людям. Это было поистине великолепно. Он лучший в своем роде. Он делает это лучше всех. У меня нет слов. Не может быть. Кенен изображал меня? Да, и он прекрасно с этим справился. Когда я про это вспоминаю, то не могу сдержать смеха. И пародия на Изума тоже была очень неплоха. Что? Он и меня изображал? Это надо было видеть. Да, и он был так же крут, как и ты. Крут? Что ты имеешь в виду? Эй, Кирю. Похоже, Сяо не переживает за Кенена. Но, похоже, о чем-то она все-таки волнуется. Или, может быть, мне просто кажется? И тогда, в пародиях на Кенена, я увидел душу настоящего артиста. Позволить такому таланту пропасть будет невосполнимой потерей. Вот почему на следующем школьном фестивале я возглавлю сцену вместе с Кененом. Что вы думаете, будет здорово, верно? Если вместе с Номурой, то мне следует пожалеть бедного Кенена. Да, ему не слабо достанется. Что за вид? Кучиро, и даже ты! Я умираю. Скажи что-нибудь, скажи. Отпусти, пока. Ах, он открыл глаза. Его глаза говорят, они заткнулись бы вы все. Все, поняли. Ах, это потому, что вы слишком шумные. Пришло время прощаться.
Прости, Сяотян. Похоже, мы доставили вам немало хлопот. Единственный, кто доставляет проблемы, это Номура-сэмпай. Нет, вы совсем не мешали. Пожалуйста, приходите еще. Думаю, Кинен будет рад вашему визиту. Слава богу. Почему бы в дополнение к тому, что мы шумные, не сказать, что мы еще и приперлись без приглашения? Именно. Таски-кун, мы можем поговорить? Повезло нам, что Изума-сан на машине. Да. Давайте сделаем из него нашего личного шофера. Недавно Сяо-сан спросил меня кое о чем. Почему ты так переживаешь? Ясно. Она сказала что-то подобное. Это все. Я просто немного беспокоился об этом. До свидания. Простите, что заставил вас ждать. О чем вы там болтали? Спасибо, Изума. Ясно. Вот что ее беспокоило. Похоже, у Сяо была очень тяжелая жизнь. Сегодня был удивительный день, верно? Но ведь было весело, верно? Тебе нужно поскорее поправиться и поблагодарить всех. Так? Таски-сама. Ему будет несложно простудиться, ведь он уже ранен, верно? Сяо тоже. Таски-сама. Недавно Такаши сказал, Кинен наш друг. Вот почему все пришли навестить его. Изума сказал то же самое. Все любят Кинена. Для меня Кинен — член семьи. Поправляйся скорей, Кинен. Сам. Мне все равно, что будет с твоим животным, но... Та сама очень переживал за него, так что я тоже волнуюсь. Спасибо, Руан-сан. С ним все будет в порядке. Что ж... Хорошо. Руан-сан. Это действительно очень спокойное место. Даже если оно и способно приносить небольшую боль. Здесь много людей, которые переживают. Здесь есть кто-то, кто понимает мои чувства. Это место действительно настолько мирное, что заставляет тебя плакать. Кинен! Слава богу! Такаши-сан, что ты делаешь? Отпусти его, идиот! Такаши-кун, ты так его задушишь! Такаши! Боже! Он только начал поправляться, а ты что, хочешь, чтобы он опять заболел?
Нет! Как я мог? Слава богу, что тебе уже лучше, Кенен. Ты ведь был ранен из-за меня. Прости. Все остается как раньше. Пожалуйста, продолжай приглядывать за мной, Кенен. Эй, Таски-сама, больно же! Парень, прекрати, я умираю. Прости, на этот раз я обниму тебя помягче. Увидеть, как Наомура обнимается с Кененом, какая мерзость. Такаши, то есть согласен. Что это, Кэйчиро? Какая-то шутка? Ну, что-то вроде. Довольно глупо. Это действительно спокойное место. Место, в котором царит счастье. Место, в котором можно передохнуть. Но я хочу верить, что это не временно. Я надеюсь, что это счастье будет длиться вечно. Давненько меня не было дома. Мой любимый младший брат. И девушка моего брата. Нана! Я дома. Добро пожаловать домой, Нана-сан. Проект по преображению Сяо. Таска. Прошло целых полгода с тех пор, как я уехала. Как говорится, дома всегда хорошо. По крайней мере, первую неделю. Хотя появились две дополнительные, но лучше оставить их в покое. Та-сама! Это испытание, господин. Это, в общем... И даже это. Интересно, а еще хуже может быть? Ты тоже так думаешь? Значит, ты со мной согласна. Да, все это действует мне на нервы. Ах, слава богу, наконец-то я встретила нормального человека, с которым можно спокойно поговорить. Я рад, что сестра вернулась. Я даже не против, что к ней пришла моя одноклассница. Но... Не смейте занимать чужую комнату и превращать ее в место ваших встреч! Да умолкни ты. Эй, ты меня слышишь? Забудь про него, забудь. Кстати, Шоко, я хотела бы кое о чем побеседовать с тобой. Боже. Бедный Таски-сама. Та-сама! Если ты не можешь попасть в свою комнату, то двери моей комнаты всегда открыты для тебя. Эй, не прижимайся ко мне, Руан! Ах, та-сама! Ты такой стеснительный. Это мне в тебе и нравится. Кстати, а где Сяо? Она вышла в магазин купить продукты к ужину. Ясно. Но почему Яманобе пришла навестить Нану? Я думаю, Сяо знает, но... Они такие же Гокоходоси, так что они уединились. Гохо? Это произошло вчера, пока тебя не было дома. Эта нехорошая девушка пришла и... Гока, ты такой же кавайный, как и обычно. Так ты тоже Гокаха? Да, Гокаха. Раз мы уж обе Гокаха-доси, давай уединимся. Пожалуй. Кстати, раз они обе Гокаха, то сестричка вполне может забрать Гоку в одной из своих сумок, когда в следующий раз уедет. Эта нехорошая девушка пытается уединиться с сестрой даже больше, чем я. Довольно странные у них отношения, надо заметить. Я этого не позволю. Возможно ли? Они что-то задумали? И что касается меня... Я Та-сама-ха! Ты ведь ни слова не слышал, верно, Та-сама? Еще неделя до Рождества. Интересно, можем ли мы что-нибудь сделать? Что ты задумала?
Идеал Нанэ-сан таков. Прости! Ты не слишком долго ждешь? Нет, я только что пришел. Конец. Точно! Отлично! Главную цель мы наметили. Будет куча проблем, если Шичири обо всем узнает. Так что нам придется все делать так, чтобы Сяо не заметила, что происходит. И также мы не можем позволить узнать об Руан-сенсей или Кирью. Особенно Руан-сенсей. Ладно, я постараюсь позаботиться о Руан-сенсей, а Шоку возьмет на себя Кирью. Отлично. Значит, наша цель — Рождество. Операция «Проект по изменению Сяо» начинается! Сцена! Почему так неожиданно? Это действительно для пользы господина. Это все испытание для Шичири. Правда? Не говори ничего Шичири. Это тоже часть испытания. Ненавижу холодную погоду. Что происходит? Это ведь дело рук Кирю-тян, верно? Может, Кирю-сан приняла Шоко-сан за Таска? Чего? Потому что вы оба завязываете волосы в конский хвост. Как бы там ни было, давай позовем Кенена. Подожди секунду. Ладно, как и запланировали. Сяо, это современный мир, и ты должна заботиться обо многих вещах сама. Первый пункт. Девушка должна положиться на Шичири. Тут так высоко! Мне страшно! Кто-нибудь, помогите мне! Таски Яка. Надпись. Таски здесь, госпожа. Так поступают в современном мире парни и девушки, Сяо. Когда у девушки проблемы, парень приходит и спасает ее. Понятно. Не нравится мне этот взгляд. Ладно, продолжим с этим здравым смыслом. Часть вторая. Девушка должна быть абсолютно беспомощной. Эти палочки такие тяжелые. Пункт третий. Девушка всегда должна просить помощи в учебе. Таски-сама, пожалуйста, помоги мне с этими заданиями. Пункт четвертый. Девушка всегда боится различных мелочей. Я боюсь темноты. Ну, основы женственности мы в нее более-менее заложили. Научить мы ее научили. Вопрос теперь только в том, что произойдет на Рождество. Что произойдет? Ты студентка старшей школы, и ты еще спрашиваешь, что произойдет? Ой, да ладно! Ты же не думаешь, что... Потому что тогда, другими словами... Шоко, ты такая испорченная! Что это? Для того, чтобы завоевать сердце парня в Рождество, необходимо первое... Я дома! Та-сама! Та-сама! Да что с тобой, Руан? Та-сама, давай отправимся на свидание в канун Рождества! Свидание? Давай поужинаем в шикарном ресторане! И после пирожных на десерт мы отправимся на пляж и вместе съедим рамен! Руан, отстань! Ну так как? Это ведь идеальное блюдо на свиданиях, верно? Ты что, все время только о идее думаешь? Руан-сенсей! Да! Можно тебя на минутку? В чем дело, сестричка? Я хочу кое о чем попросить вас, Руан-сенсей. О чем же? Ну, здесь разговаривать немного неудобно. Рождественское свидание. Хотел бы я устроить его вместе с Сяо, но... Но боюсь,
Она и не поймет толком, что такое свидание. Так вот, насчет моей просьбы. Обычно на Рождество готовят индейку, верно? Да-да. Ну, в этом году я хотела бы попробовать утку по-пекински. Ух, утка по-пекински. Давно я не ела ничего подобного, так что я тоже бы не отказалась. Я хотела бы попробовать настоящую, но полагаю, достать ее в Японии нереально. Это прекрасный шанс произвести впечатление на сестру Таска. Если я отправлюсь в Китай за настоящей уткой, ее мнение обо мне резко подскочит. Можно будет забыть про эту нехорошую девушку. Если я налажу отношения с сестрицей, это будет мой шаг, Таска. Я достану тебе эту утку. Правда? Я рассчитываю на тебя. Я отправляюсь. Удачного пути. Будь осторожна. Да, теперь все препятствия устранены. Завтра завершающий этап. Точно. До наступления Рождества мы должны вымыть наши тела и сердца, чтобы быть готовыми к завтрашним великим событиям. И что же случится завтра, Шоко-сан? Шичири будет очень счастлив. Таске-сама! Ах, как хорошо после ванны. Итак, утром в канун Рождества скажи доброе утро в своей пижаме сразу после того, как проснешься. Это важно. Шичири будет очень счастлив. Нана! Ты знаешь, куда ушла Сяо? Сяо сегодня ночует у Шоко. О, вот как. У Сяо и Шоко очень теплые отношения. На-на. В чем дело? Ты ревнуешь к Шоко? Конечно, нет. Тогда я спрошу. Таске-сама, прости за задержку. Шоко-сан. Это все что-то значит? Это сделает Шичири счастливым. Ясно. Чтобы сделать Таске счастливым. Что-то мне это не нравится. Похоже, мы забыли что-то важное. Я уже задумывалась об этом раньше, но... Ты ведь не хочешь меня спросить о чем-то? Ведь не хочешь? Что ты вообще пытаешься сделать? Но так как? Ты действительно любишь Сяо? Тогда, почему ты не открыл ей свои чувства? Я тоже не хочу, чтобы все и дальше так продолжалось. Я не могу толком разобраться в собственных чувствах, так что все это бесполезно. Я знаю, это непросто, но... Если это потому, что ты думаешь, будто Сяо не человек, и ты не можешь ей открыть свои чувства, то это просто безответственно. Может, я была слишком жесткой? Но то, что Сяо необычный человек, похоже, для Таски это большая проблема. Не быть человеком значит не понимать некоторых вещей. Да, Сяо не может понять некоторые человеческие чувства. Она все еще не поняла самое главное. Она не знает, что значит влюбиться в кого-то. Но это... Просто предлог. Причина, по которой ты не можешь понять свои чувства, вовсе не в том, что Сяо не человек. Это его неспособность понять себя, свою бесхребетную личность. Таске-сама, доброе утро! Доброе. Сяо,
когда ты успела вернуться? Рано утром. Потому что я хотела увидеть Таски раньше всех остальных. Вот как? Отлично, все великолепно. Да, все как я ее и учила. Таски-сама, давай сегодня пройдемся по магазинам вместе. Ладно. Ура! Тогда давай встретимся в кафе около станции в 3 часа. Сяодоно, я видела, как господин только что выбежал куда-то. Что-то происходит? Да. У меня с ним назначена встреча. Ладно, Кирилл-сан, мне пора бежать. Да, план горячее рождественское свидание начался. Таски-сама! Таски-сама! Прости за опоздание. Сяо, ты бежала сюда. Потому что я хотела поскорее увидеть тебя. Пойдем. Хорошо. Но почему он ждал снаружи? Обычно ведь ждет внутри, верно? Он такой бестолковый. Таски-сама, тут красиво, правда? Весь город искрится. Да, потому что сегодня канун Рождества. Да, сегодня канун Рождества. Мы одни, так что магазины будут слишком большой потерей времени. Отлично. Может, сходим в кино? Таски-сама? Я хочу посмотреть какой-нибудь фильм. Отлично. План поход в кино начался. Да, все идет, как мы и планировали. Скажи, что любишь меня, Фред. Но почему она захотела посмотреть именно этот фильм? Отличный выбор фильма для свидания. Если только ученикам старшей школы действительно можно смотреть подобные фильмы. Я сказала ей поглядывать на него. Но сколько она собирается пялиться? Ну, она очень незамысловатый человек. Таски-сама! Я хочу эту куклу. Ладно, предоставь это мне. Сможет ли он достать ее? Не думаю, что ему это удастся. Ему не следовало браться за это. Он же идиот. Думаю, не следовало включать это в наш план. Вот, Сяо. Большое спасибо. Не может быть, у него получилось? Он хорош. Ему просто повезло. Ладно, что дальше? Не знаю, ты что-нибудь ей говорила о том, что делать дальше? Нет, на этом моменте я уснула. Дальше... Да? Дальше ужин в ресторане. Ах, Сяо повела Таски в тот ресторан. Сегодня Сяо, она не такая, как обычно. Она кажется такой агрессивной. Интересно, что произошло? Что? Таски-сама, этот кусочек мяса выглядит очень аппетитным. Пожалуйста, попробуй его. Quick.
Я понимаю, что ты уже засыпала. Но надо же думать, что ты говоришь. А, Шоко-сан, Инана-сан. Блин. Боже, что вы натворили? Я так и знал, что что-то не так. Вам что, заняться больше нечем было? Что за отношения? Как ты смеешь кричать на меня? Я твоя старшая сестра. И что с того? Вот истинная любовь брата к сестре. Причем взаимная. Они вовсе не притворялись. Я твоя сестра. И я не хочу вечно видеть тебя несчастным и загруженным проблемами, как сейчас. Кто сказал, что у меня проблемы? У меня нет проблем. Я решил сказать ей сегодня. Так что... Мои чувства к Сяо. Я хочу сказать ей. Я хочу, чтобы она поняла. Все это время мне было трудно. Но мне начинает казаться, что она откликнется на мое признание. Я думаю, что если я скажу ей сейчас, она сможет понять. Потому что сегодня Сяо выглядит как обычная девушка. Сяо делает даже то, чему мы ее не учили. Да, действительно. Может, сегодня он сможет сказать ей, ведь сегодня канун Рождества. И вот подарок от Санты. Ладно, скажи это. Сяо, я... Таски-сама. За последнюю неделю Шоко-сан и Нана-сан многому научили меня. Шоко-сан сказала, что это сделает тебя счастливым. Но я думаю, все немного не так. Они учили меня этому, чтобы я была похожа на обычную девушку, верно? Но... Я знаю, я не должна была всего этого делать. Но, несмотря на это, мне было весело. Они учили меня ради меня самой. Даже Таски-сама не возражал, когда я просила его о стольких вещах. Я действительно счастлива. Действительно. Действительно. Таски-сама? Сяо. Да. Это хорошо. Да.
Это кажется немного странным. Да. Рождественская вечеринка у Таска начинается. Так, для начала обменяемся подарками. Но, Мур-сэмпай, зачем кричать на весь дом? Да, это самое главное, Такаши-кун. Блин, вот именно поэтому я терпеть не могу детей. Что ты сказал? Успокойтесь, вы оба. Да, сегодня ведь канун Рождества. А? Где Таски-сама? Куда запропастился Таска? Эй, что происходит? Видишь ли, я сейчас хочу побыть один. Таске, я сделала что-то лишнее? О чем ты говоришь? Меня пока еще не закопали. Вот это дух Таске! Твоя сестра счастлива! Нана, прекрати! Прости, прости, больно же! Та сама сестрица! Руан! Простите за задержку! Вот, сестричка, настоящая утка по-пекински. Спасибо, Руан-сенсей. Держи. Руан-сенсей! Руан! И, кстати, а где она была все это время? Значит, все так и закончится, да, Гока? Ришу, сегодня я сходила с Таски в кучу мест. Мне было очень весело. Это хорошо же. Еще раз. Я надеюсь, мы еще сходим куда-нибудь. Вместе с Таски. Я все еще... беспокоюсь о том, что мне многое неизвестно. Пожалуйста, не толкайтесь, еще много осталось. Вот, держи. Я думала об этом. Сяо! Сяо! Что ты делаешь, Таски-сама? Я куплю булочку с дыней, ты не против? Я пойду куплю. Таски, что ты делаешь? Их все раскупят. Нужно поторопиться. Что мне делать? Даже. Давайте я помогу же. Да, это будет 130 йен. Вот 250 йен. 10 булочек с дыней! Для Руан-сенсей! Дайте мне две! Ришу-сан, там довольно опасно. Пожалуйста, посиди немного тут. Да-да, простите за задержку. Да, булочку с джемом, верно? Это будет 160 йен. Сяо-сяма. Сяо-сяма. Что это? Какие отношения у меня с Таска? Все еще неизвестное чувство. Таски-сама, тебе не тяжело? Тяжело, но я парень, так что все в порядке. Тогда я понесу вот этот. Я же сказал, что все в порядке. Но если я ничего не буду нести, это будет странно. Потому что я Шокугеттон.
Сяо-сяма, Сяо-сяма, картофель получается слишком маленький же. Ришу, если ты будешь стоять слишком близко, то промокнешь. А? Доброе утро. Куда вы собрались так рано в воскресенье? А? Кайзума? Мы уходим же! Я все сделаю правильно, потому что я не могу на этот раз опять все испортить. Доброе утро, Сяо. Ришу и Кэнэн куда-то отправились. Доброе утро. Сяо. Интересно, а Руан еще не проснулась? Я начистила слишком много яблок. Не знаю. Сегодня воскресенье, так что она может не проснуться до самого обеда. Точно. Да, кстати, Ришу и Кэнэн сегодня опять отправились к Изуму. Да, наверное. Похоже, они частенько наведываются к нему в последнее время. Ах, да. Я схожу к Изуму. Он всегда присматривает за Ришу и Кэнэном. Думаю, мне следует отнести ему яблоко и сказать спасибо. Извини, я скоро вернусь. Если ты идешь, то я могу пойти вместе с тобой. Со мной все будет в порядке. Ах, да. У меня есть немного клубничного манджу, которое приготовила моя мама. Можете передать его Сяо-сян от меня? Ришу-сан? Точно же! Ришу-сан, ты в порядке? Все нормально, я сам могу справиться с уборкой. Пожалуйста, подожди меня здесь. Я скоро закончу. Хорошо. Ну тогда... Сяо-сан! Ты пришла сюда одна? Да. Я волновалась, не мешают ли они тебе работать. Так что я пришла забрать их. Нет, все в порядке. Ришу, ты ведь видишься с Изума каждый день в школе, верно? Давай сейчас отправимся домой, хорошо? Ах, да. Если ты не против, то возьми, пожалуйста. Ах, пахнет здорово. Яблоки, значит? Я почистила слишком много. Большое спасибо, я возьму их. И прости, что побеспокоила тебя. Мы уходим. Пока! До встречи. Я что-то забыл. Ах, Сяо-сан, клубничная манджу! В чем дело, Кэнэн? Сяо-сяма. Ришу совсем бесполезна даже. Почему ты так считаешь? Ришу хочет помогать Изуму. Но он все время говорит, все в порядке и не дает мне ничего сделать. И... Ришу чувствует себя одинокой, потому что Сяо-сяма давно с ней не разговаривала. Кэнэн. Мы можем ненадолго вернуться к Изуму.
Кенан, что это с тобой? Эй, Кирю. Прости, что спрашиваю. Но что из себя представляет для духов их служба? Что ты имеешь в виду? У духов ведь есть свои собственные чувства, верно? Я просто задумался, что для вас значит ваша служба. Все. Что-то произошло? Да, в общем, нет. Я просто думал, почему. Мы все проживаем свою жизнь. Вот, попробуй, пожалуйста. Моя мама очень старалась, когда я их готовила. Да. Большое спасибо. Здесь более чем достаточно. Если хочешь, можешь взять с собой немного. Да? Что такое? Я всегда хотела спросить тебя кое о чем, но... Да? Ришу постоянно хочет помочь тебе. Наверное, потому что ты всегда заботишься о ней. И всегда кормишь ее чем-нибудь вкусненьким. Она хочет поблагодарить тебя за это. Поблагодарить меня? Пусть даже это будет какая-то мелочь. Не мог бы ты позволить ей помочь? Ришу... Казалось такой подавленной, когда я забрала ее. Я знаю, тебе это будет сложно, но я прошу ради нее. Когда ты хочешь сделать что-то для кого-то, так ли важна причина? Например... Ришу-сан и я не просто связаны продажей закусок. И что касается нее, я не думаю, что это причина, по которой она хочет помочь мне. Как ты считаешь? Я подкармливаю их, потому что думаю, что это сделает их счастливее. А не потому, что хочу поблагодарить их за что-то. Принимая это во внимание, может, это гораздо большая проблема для тебя? Из того, что я вижу, это ты чувствуешь себя подавленной, а не Ришу-сан. Это неправда? Это не так? Но на самом деле это не важно. Но может, Ришу-сан постоянно улетает ко мне, потому что она не хочет видеть, как тебе тяжело? Тебе следует побольше рассказывать о себе, Ришу-сан. Да, и мне. Если у тебя проблемы, то всегда можно рассказать о них другим. Изума-сан, большое спасибо. И спасибо за угощение. Эй, Сяо-сан. Сяо-сан, клубничная манджу. Похоже, уже слишком поздно. Вот, держи. Если у тебя проблемы, ты всегда можешь поговорить о них с окружающими. Я все еще многого не знаю. Сяо-сяма. Oh, yeah.
Сяотян! Такаш-сан! Сяотян, куда ты идешь? Просто гуляю. Как и я. У тебя что-то случилось? Такаш-сан. Что? Если у меня проблемы, то я могу поговорить о них. А, конечно, Сяотян. Я из тех парней, что живут ради подобных моментов. Сяотян. Давай отправимся куда-нибудь. Сяотян, ты хотела бы съездить куда-нибудь? Вот значит, куда ты хотела отправиться. О, дайкон? Ты собираешься сегодня приготовить мисо с дайконом? Сяотян, ты чем-то обеспокоена? Да. В чем дело, Сяотян? Я не уверена, беспокоит меня это или нет, но... Но действительно можно спрашивать других о своих проблемах. Конечно, можно. Но я парень. Так что могу чего-нибудь и не понять. Я пойду первой. Точно. Может, посоветуешься с Яманобе? Да. У тебя ведь куча друзей. Так почему бы тебе просто не поговорить об этом с кем-нибудь, с кем ты захочешь? Конечно, со мной тоже можно поговорить. Вот как. Номур-сэмпай, что происходит? Каори-тян? Просто великолепно. Глазам своим не верю. Я великолепен, верно? Да уж. Ты, должно быть, собираешься ляпнуть что-нибудь вроде «Ведь это ж я». И утащить ее куда-нибудь, верно? Не понял. Я не тяну ее никуда. Бу, ты, должно быть, сказал, давай отправимся куда-нибудь на твоем велосипеде и... Как и... Такаши-сан и Каори-сан действительно очень подходят друг к другу. Действительно. Очень мило. Дождь. Ясно, так ты был у Изуму. И что это за подозрительно выглядящая коробочка? Шоко-сан. Это Шичири. Таски-сама. Сяо. Таски-сама. Я хочу зайти к Шоко-сан. Ничего, если я немного задержусь. Конечно. Но я ничего не приготовила на обед. И полдень уже давно прошел. Что же мне делать? Прости. Все в порядке. Все едят яблоки, которые ты начистила. Так что... Только яблоки? Прости, мне правда очень жаль. Нет, я имел в виду... Прости. Сяо, тебе не следует так уж переживать обо мне. И тебе незачем извиняться. Потому что... Та сама! Если ты сейчас же не появишься, то Руан съест все. Будь осторожна. Вот, последняя, та сама. Хочешь его? Что с тобой? Таске? Да ничего.
Но на самом деле, очень даже чего, верно? Не будь таким мрачным. Эй, Таске! Эй, Таске-кун, паршиво выглядишь. Эй, Таске! Заткнись! Мрачный Та самый симпатичный, но... Но мне не нравится такой неподвижный Та-сама. Я... Мне тоже это не нравится. Шоку-сан. Что значит «думаешь слишком много»? Есть еще много вещей, о которых я не знаю. Например, почему Ришу хочет помочь Изуме? Почему Такаши-сан и Каори-сан так себя ведут? Шоку-сан. И я. Я отличаюсь от Таска. Да уж, вы совсем разные. Нет, я не это... Я не о том говорила, Сяо. Ты говоришь о своих чувствах, верно? Чувствах? Наверное. Отлично. Давай перекусим. Действительно вкусно. Сяо, ты не ешь? Знаешь, Сяо, быть Шокагетто нам значит защищать своего господина. А разве ты не единственная, кто так думает? Это ведь Шичири сказал, что ты слишком много думаешь, верно? Но Мура и Айхара, как обычно, выясняли отношения. Не усложняй все. Возможно, Ришу просто хочет помочь Изуму. Ты Шокагетто, но Шичири сказал, тебе не следует слишком много думать. Я твоя подруга? Сяо. Да. То, что ты не можешь толком понять, какие у тебя отношения с Шичири, не дает тебе спокойно сидеть на месте, верно? Но если я не буду Шокагеттоном, мы не сможем быть вместе. Даже если бы ты и не была Шокагеттоном, Шичири знает, он все равно нуждался бы в тебе. Даже если я не была бы Шокагеттоном, Таске-сама нуждается во мне. Но почему? Почему? Даже если я не Шокагеттон. Не переживай об этом. Однажды ты все узнаешь. А сейчас? Просто будь счастлива! Давай, попробуй. Ну как, Сяо? Вкусно. Очень вкусно, Шоку-сан. Таске-сама! Ты ведь можешь остаться сегодня на ночь у меня, верно? Давай не будем им мешать.
они были очень вкусными. Мы съели все яблоки. Прости. Я взяла кое-что перекусить у Изума. Но мы все съели у Шоку. Прости. Тебе не следует извиняться за каждую мелочь. Тебе не следует с такой точностью следовать тому, что я тебе говорю. Может, ты видишь во мне лишь своего господина, но... Я думаю о тебе, как о... Я... Девушки. А знаешь, когда мы вместе ходили по магазинам, покупки были тяжелые, и ты попросила нести их вместо меня, верно? Это сумка? Сейчас просто быть счастливой. Есть куча вещей, которых я не понимаю, даже если очень стараюсь. Но для меня очень важно ходить по магазину вместе с Таске. Вот почему я хотела пойти с тобой. Проблемы подождут. А сейчас просто быть счастливой. Все нормально? Если я не слишком задумываюсь, верно? Слишком задумываешься? Я совсем как Ришу, которая хочет помогать Изума-сан. Я хочу нести сумки вместе с Таске. Точно. Таске-сама, ты не против зайти в магазин? В магазин? В магазин, значит? Да, в магазин. Пошли. Быстрее, в магазин. Эй, Сяо! Быстрее, Каичиро! Значит, и мне купи одну. Ясно. Пожалуйста, не толкайтесь. Еще много осталось. Вот, держи. Мне, пожалуйста, 10 булочек с дыней. Мне 3. 3. Опять для Рон-сенсей. Ришу-сан, не поможешь мне дать сдачу? Даже... Вот же. Сяо-сяма. Просто прекрасно, верно, Ришу? Наверное. У меня все еще есть что-то, чего я не могу понять в своем сердце. После разговора с несколькими людьми, я... До того момента, как я узнаю, что же это, я буду хранить это в своем сердце и никогда об этом не забуду. До той поры, пока не пойму, что это. Перевод сериала «Мастер Сид». На русский язык сериал озвучен творческим объединением Anything Group в 2015 году. Голос за кадром Сет Кит. Техническая поддержка Сдвиг С.